Новогоднее кино на ТВ-РУС. Вы живете в маленьком заваленном снегом городке, где-то в огромной России, но еще никто не понимал меня так, как вы. Вы единственный холостяк из числа самых богатых людей Франции. Милая Ирина, буду в глухой потьме 31 декабря в 10:00. Целую ваши руки, Поль. Невеста Анечка, она как сапер, ошибается один раз. А у меня нет права на ошибку. Я за его адрес агентству знаешь, сколько отвалила? Выпьем за русско-французскую дружбу. Месье, простите, мне необходимо позвонить в посольство в Франции. Иди, мужик, Хлебушка, покушай, покушай, с Новым годом тебе. Боже мой, подаяние. Мне, барону де Руссо, мир наизнанку. Мадемуазель, денег мало, у самой больше нет. Не уходите, пожалуйста, я умру, если вы уйдете. Так вы все-таки приехали. Мария Голубкина в фильме «Француз» 1 января на ТВ-РУС.